Оказалось, толсторогие кормились ниже и сейчас начали подниматься вверх. Уникальный шанс, впервые выпавший за несколько дней, мог быть навсегда утерян. Пуля прошла в сантиметре под бараном. Возможно, Сергей не учел минусовую температуру и холодный выстрел отправил первую пулю ниже. Другого выхода, кроме как стрелять в бегущую цель, не оставалось. Второй выстрел также прошелся под копыта убегающего барана. Сосредоточившись, стрелок совершил третий выстрел. Есть вроде попадание по звуку. Произошел характерный для попадания хлопок. Третий выстрел настиг цель. Баран пробежал несколько метров и остановился. Остальные шесть продолжали уходить. Есть, Охотский.